Здравствуйте, мои дорогие друзья, и сегодня с вами я, Лёва Иванов, и мой канал. Сегодня на дворе 16 декабря 2022 года. У нас, наконец-то, в середине декабря выпал снег, который, наверное, уже не растает. Вообще, Саратовский регион, Среднее Поволжье, Саратовская губерния у нас бывает декабрь и бесснежным месяцем. Люди пасут своих животных, но мы уже как месяц стоим на подворье и не пасем. Кормим своих животных сеном. Вот сажок. Уже изрядно мы с него взяли. Вот, мои дорогие друзья, вот есть еще сажок. Но думаю, что вот этого сена у меня не так много животных. В этом году у меня зимует 5 взрослых козочек, от которых я жду потомства, и козлик. Так что вот так вот, думаю, до февраля месяца, где-то до его середины хватит вот этого стажка. А этот у нас даже останется и хватит его вполне до весны. Вот так вот. Сено должно остаться. Будем кормить козлика, пока травка не подрастет весной, потому что мы его не пасем вместе с козочками. Он у нас стоит в загончике, так что вот так вот. Будет кушать козлик это сенцо. Ну что, закончилось у меня... Капустные листья закончились, мои дорогие друзья. Все, теперь своим козочкам дорогим я даю только сено и водичку. У меня, кто знает, не экономичные кормушки, так что стараюсь давать почаще им сенца. Вот, понемножку. Утром, в обед и вечером. Так что вот так, мои дорогие друзья. Такое трехразовое питание, только сено. В феврале у меня будут окоты в его середине. Так что осталось недолго. Полтора, вернее, осталось немножко. И так что будем... ждать, мои дорогие друзья, молодое поколение от моих козочек. Ну, что я хочу сказать. В первой половине декабря стояли сильные морозы. Вот, по ночам до 20 градусов доходило, днем до 10. Сейчас погода стабилизировалась. Выпал снег, потеплело. Вот, погода стоит... стремиться к нулю, к градусу. Вот. Хожу на рыбалку, ловлю плотву, солю ее и буду угощать на Новый год друзей. И вас, мои дорогие друзья, я тоже поздравляю с наступающими новогодними праздниками. Желаю вам счастья и удачи. Вот так вот, мои дорогие друзья. Но в целом, что еще? Дрова заготовлены, припасено сено, убран огород, припасены овощи. Чем же заниматься в зимнее время? Конечно же, это уборка снега, но этого недостаточно. Мне уже давно за 50, так что мой аватар... мое, скажем так, тело меня не слушается. Если вести неактивный образ жизни зимой, весной, оно начинает болеть, его мышцы от забот каждодневных, весенних. Так что в зимнее время я практикую физические упражнения. Кому интересно, пишите в комментариях, расскажу подробнее, что я делаю, как я делаю. Вот. Но это эти несложные физические упражнения, которыми я занимаюсь регулярно, помогают мне подготовиться и поддержать мое тело
в прекрасной физической форме к летнему периоду, когда начнется посадка огорода и сенокос. Так что вот так вот, мои дорогие друзья, зимой тоже не скучаем, ходим на рыбалку, занимаемся физическими упражнениями, чистим снег, дрова наколоты, так что остался снежок и физические упражнения. Вот так вот, мои дорогие друзья, обстоят дела на подворье. В целом, что хотелось бы сказать, настроение предпраздничное. Желаю вам счастья и удачи. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был я, Лёва Иванов, и мой канал. Всем удачи!